Добрый день, дорогие мои зрители. Покажу вам снеговика. Какие есть снеговики в Баварии. Вот такой снеговик. Добрый день, это я. Вот такой снеговик я слепил в этом году, 2021, в Баварии. Видите? Хороший снеговик, красивый. Ну что, все хорошо, дорогие мои зрители. Лепите снеговиков, как мы лепим в Баварии. Все хорошо, с 2021 годом у вас. Хорошая сегодня погода. Хороший снег. Вот так вот. Максюта Сурсбах Розенберг.